А, королевская клейморо. Тоже совершенно. Понятно. Или это аметисты? Я ее выкинул лучше. А, это аметисты. Я нашел аметисты. Окей. Если только тебе не нужна королевская клейморо. Не. Кому она вообще нужна? Или правильно говорить, клеймор королевский. Не знаю, мне почему-то это слово вызывает женские ассоциации. Клеймора. Наверное, потому что это была манга и аниме с таким названием. Не знаю. Может быть? Но я не читал. Вау. И не смотрел. И я встретил красную руду, которую не могу разбить. Да, бывает такая. Я нашел зеленую руду. И кажется, я не могу ее разбить. Это ты тут оставил синюю звездочку? Да. Ау. У меня сейчас прилетело целых два ядовитых дротика. Господи. Это оверкил уже. Зачем вы так со мной? Lucky Band of Regeneration. Регенерирует здоровье и плюс 4% Critical Strike Chance. Так, что у нас здесь? А, зелье, зелье. Зелье пригодятся. Динамит тоже. Найс. Так, ладно, я телепортируюсь, пожалуй. Куда? Домой куда? Кажется, я нашел всю платину! Еее! Найс. Штук. У меня уже 220 здоровья. Еее! А, блин, это серебро. То есть, справа платина! Ага! А, блин, я уже не смогу. А. Столько возможностей. И зелье у меня кончается. А, это вот оно платина. Черт, 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 успеть, успеть, успеть. Окей, я успел. Есть! Есть! Платина. Бум! Бум! Упс. Ты чё так неуверенно? Посмотри слева снизу. Только не телепорт. Блин. Не успел. Я немного ступил. Ладно. Мне снова предстоит долгий путь вниз. Черт. А чё я тут должен был увидеть? По-моему, какой-то сюрприз готовил. Я должен был чему-то удивиться. Где? Кто? Не знаю. По-моему, ты мне что-то такое говорил. Не. Я нашел платину и взорвался. Блять. Где снова туда идти? Блин, я довольно глубоко ушел на самом деле. Угу. Я не знаю, как это прошло. Подождать меня. Да, наверное. Чтобы я телепортировался и... Ну, ты понял. Ну, если что, я там умер. Да. Так что ты бы все равно не телепортировался. Да? Да. Я как-то упустил эту деталь. Ну, я же сказал, посмотри слева снизу. А, я пропустил это мимо ушей. А. Прошу прощения. Окей. Ну, теперь ты будешь знать, что я взорвал себя динамитом. Своим же динамитом. Как умудрился? Ты не соблюдал правила безопасности. Я забыл каску дома. Mm. А, фу. Саламандры, фу. Так, где я проходил тут? А, блин. Черт. Как же быстро эти кристальные деревья растут. Ага. Я хорошо, отсрубаю одно, вырастает другое. Да. Вот. Хорошо, что из них можно делать и дома, и все такое. Да, замечательно, я так хочу даже какую-нибудь комнату переделать. Это дело. Угу. Так, где я там? Блин, далеко вправо. Бомбы я, естественно, не взял. Как? Ну, умно с моей стороны. Черт.
А, гравий, я вот что вспомнил. Помнишь, я тебе скидывал ссылку на расширенный опенинг Steven Universe, да? Ну, это где он еще маленький сидит и поет там свою песню. Так. Да. Знаешь, что там случилось, оказывается? Чё? Ты заметил, что в начале песенки Аметист была в свитере? Нет. Так вот, она в начале опенинга была в свитере. А к концу опенинга она получила топ. Тот самый, с порванной лямкой. Ну, майку с порванной лямкой. В общем, народ понял, что она умудрилась как-то себя убить, пока... О, я нашел что. А. В общем, народ понял, что она как-то убилась... Когда строила дом. А. И быстро возродилась. Естественно, немного кривовато получилось у нее. Не, ну, может, они на ней не убивал себя. Они же могут просто поменять свою форму, внешний вид в любой момент. Да, но смотри. А, когда у Аметист что-то идет не так с возрождением, то это обычно отражается на ее одежде. Не всегда на ее теле. И как бы порванная лямка, она была у нее почти всегда после этого. Такое ощущение, что она просто не заметила, что она порвала лямку во время превращения. А, возрождения. И все такое. Вполне возможно. И она этим постоянно бесила Перл. Да. Трудно иметь СД, когда у тебя в друзьях один из самых беспорядочных гемов, да? Ну. Учитывая, что она еще живет на свалке, буквально. Да. Я тут комнату строю, если что. Переделываю. Mm-hmm. Я вот что думаю... Следующим фьюжном, который появится в сериале, я думаю, будет фьюжн Стивена и Перл. Знаешь, почему? Что привело тебя к таким умозаключениям? Потому что это один из самых мощных фьюжнов, который был у них. Ну, у Роуз и Перл. Возможно. Так. Интересно, можно ли сделать кристальную дверь? И это позволит нам понять, что как бы Перл простила Стивена за то, что Роуз стала им. Понимаешь? Возможно. Так, блин, а... А кристальные зомби, они могут атаковать на расстоянии своей вонью. Вот он. Ау! Блин. Хватит забивать мои ноздри! Тварь! Я убью тебя. Убил. Наконец. Кошмар, молот. Молотка. Сделай. Сделал. Так вот, как молоток... я докатился до жизни такой? Черт её знает. Мне нужен молоток получше. У нас в хранилище нет молотка? Не. Как же мы докатились до жизни такой? Бывает. А, нет, есть. Надо же. Видимо, я сбросил в какой-то момент. Наверное. Черт! Кристальный лучик бьет! Ай, зараза. Бей в ответ. Я стараюсь.
А, я же умер. Вот почему у меня нету своих хроптеров. Я их был. Парни, атакую тебя. А, зараза, он портуется. Сволочь. Эй. Может, он ниндзя? Наверное. Там дыма нет, когда он портуется? Не было. Ничего не было. Он просто прыгнул и портанулся. Странно, странно. Так, кажется, я уже рядом с местом, где я умер в прошлый раз. Сейчас я тут комнату доделаю и портанусь к тебе как раз. Там недалеко умер. Черт. Мне еще идти. О боже. Надо ставить факела. Потому что нихера не видно. А, ну естественно, тут факел. О боже. Что? В этой игре есть какой-нибудь персонаж, типа, гламурный чики? Нет. Я понимаю, что это странный вопрос, но ты поймешь, когда увидишь эту комнату. А, у нас есть пинки. Пай. Ты имеешь в виду слайм или имеешь в виду... Пинки Пай. Пинки Пай? У нас есть Пинки Пай? Где она? Ну, будет. Почему я ее не встречал? У нас есть шанс на ее спаун каждый день. 5%. Окей. Да. Я тебе верю. Ну, это если у нас есть комнаты, конечно. По-моему, у нас есть полно комнат. У нас 3 пустующих комнаты. Да, замечательно. Нет, даже больше. 1, 2. Короче, пусть спавнится. Да, когда они появятся в эту комнату? Что? Чё? А? Как? Не, ничего. Кого? Ладно. Так. Копать, докопать и всё. Вормхол. Так, ты там в безопасности? Тебе можно портоваться? Да. Динамит не кидай. А, как ты знал, что я собираюсь? А, ладно. Так, не. Чё он? А, точно. Можешь портоваться. Так, я тут забыл этих призывать. Так. И это... А где мои деньги? Парни? Я вижу свой сер... Ай! Вот и как раз прям надо мной. Подо мной. В смысле, под тем местом, где я умер в тот раз. Окей. О, ты уже в ад спустился? Да. Почти. Ну, далеко еще до ада. Вот он. Платина. Ладно. Apple Norris был убит динамитом Apple Norris. Бывает. Наверное. Топаз. Нам же нужен топаз. Ау! Ядовитые стрелы. Что-то у тебя день какой-то не задавшийся. Да. Не ядов. Бывает. Так. Что у нас? Я-то был... Ладно. Платина, да, платина. Мне нужна платина. Опа, еще рояль. Да, платина. Сколько у нас роялей в кустах? Как ни странно, этот рояль был почти что в аду. Но... Сорта говна. Так. Ага, платина. Так. Есть у нас полно платины теперь. О. Я сделал себе часы. Видения. Есть у меня есть часы. А, так, где я комбинировать должен их? Черт. Демонит. Ей. Нам нужен так тинкерер. Ладно. Когда-нибудь он у нас будет.
Есть. Добрый. Есть. Прыгнул. Ты там как? Жив? Я жив, цел, орел. Ну или... Козел? О, еще один экстрактинатор. Чё сразу козел-то? Ну, я не знаю, ты продолжил твою аналогию. Я, может, ассоциирую себя с вертолетом боевым. Окей. Внизу лавы, я не хочу туда. Ладно. А, следующий босс у нас Крабилон. Слэмкин, с корабей. Я посмотрю, как их вызвать. Опа. Я нашел еще один этот переключатель для взрывчатки. Найс. И эксплозивс для нее. Дабл найс. О, ладно, я спущусь к лаве. Потому что вижу там вазочку. Я нашел, как спавнить Скоробеуса. Это спирит мод. Нам нужен идол скоробейский. И как он его спавнить? У нас есть? А, нет. О, обсидиан. Так. А, Игорь их спавнит. Нам нужен всего лишь Кримзон Альтар или Демонический Алтарь и Сапфир. Или топаз. У нас уже есть сапфир, у нас полно топазов. Это будет easy. Просто. Изи. А еще Атлин Мани был. Да, их у нас полно. Есть. Ну, я возьму сапфиры. Так, где у нас Демонит? Да. А что с этим я могу сделать? Нет, демонический алтарь. Мне нужен. Ну, я помню, что там где-то в пустыне был один. Потом партнеришься ко мне, я думаю. Ну, ты позови, когда соберешься вызывать. Ага. Постараюсь не забыть. Хочешь всю славу забрать себе? Просто он слишком нубский босс. Это один из первых боссов, которых мы должны были бы убить. На самом деле. Ну, смотри сам. Оу. Так, да. У меня же маны полно. Тебе нужна звезда маны? Мне 120 маны. Должно быть 200. Хотя маны я ничем магическим вообще не пользуюсь. Так что сложно сказать, что она мне нужна. Пригодится, наверное, когда-нибудь. Так, здесь где-то снизу было что-то. Блин, телепортирующийся скелет. О, как сюда ползли-то? Я платину нашел. Чуть-чуть. Кусков 7. Меня пытались задушить мои наушники после того, как я пытался немного... голову назад оттянуть. Да. Там поосторожней с ними. Сенхайзеры. Что сказать? У меня тоже сенхайзер. Ну да. Но не с двух сторон. И на плеере, и на компе. А плеер у тебя тоже сенхайзер? Нет. Плеер Sony. Жаль. И у этого плеера были офигеннейшие наушники, единственные вакуумные, которые мне когда-либо понравились. Они и по качеству звука были просто офигеннейшие, и мне в ухо нормально влезали и держались, в отличие от всех остальных вакуумных. Но, блин, их хватило всего на несколько месяцев, они быстро сдохли. И купить новые сейчас стоит где-то, ну, прям такие же, такой же модели, ну, там обновленные уже, наверное. Стоит, наверное, 1000-2. Ладно. Нафиг. Я сейчас пользуюсь сенхайзерами, которые я покупал за 600 рублей, они держатся где-то год.
Обычно. Эти, которые сейчас у меня, они держатся уже второй год. Что за тварь меня оплевала сейчас? Кнедрион! Какого хрена ты сквозь зелье прошел? А ну, ври! Вот он тоже меня убивал. Он меня плевал. Сволочь ты. Ты познал ту же боль, что и я. Не, ну нефиг плеваться, блин. Охреневший тварь. Ладно, я тут готов призвать босса. Только я выберусь, например, пожалуй. Окей. Блин, немножко обидно уходить что? Отсюда, ну ладно. Да не, я пока еще по земле. Да я все уже портанулся. А. Ладно. Я уже прошу выбраться. В эту комнату так никто и не поселился. Пока что. А в ней уже был чел. Я ее разрушил, он убежал. Так никто не заселился. Ему не понравилось. Да. Ну, ты ее видел, наверное, уже. Да. Прикольно. Ты понял, почему я про пинки говорил. Да. Про кого-нибудь гламурного. Давай сюда. Я уже наверное хасти. Что это? Оркиш Силд? Ну, рано оркиский щит. Блин, где ты? Я в пустыне. Ой, вон ты, вправо. В пустыне. Ладно, я к тебе портанусь тогда. Угу. Ай-яй-яй-яй. Как сказал один человек великий, ай-яй-яй, корабль. Что? Это он летает. Это он? Да. Эй, ты! А ну вернись обратно! Рань какая-то. Сварь! Скорбей. Больно бьет. А? Я не милишник! Бегу! Хе-хе-хе, я все себе забрал. Так. Нам нужно больше. Ну-ка. Так, подожди. А, у тебя есть древесина? Мне кто-то звонит, подожди.